Стой! Ты кто такой? Куда идешь? Куда? Ну что, не ждал меня? Это тебе за то, что ты причинил мне и моим близким. Вот теперь говори, что хочешь. Я сколько раз повторял. Держись подальше от Азлем. Я тебе тоже говорил. Пусть это решает она сама, а не ты. Если она не желает этого, этого не будет, понял? Она не хочет видеться с тобой. Ты ее заставил. Я не заставлял. Она сама так захотела. Мы это еще выясним. Впредь не появляйся на моем пути, понял? Если увижу тебя на моем пути, я убью тебя. Ты совершаешь ошибку, иностранец. Я сказал последнее слово. Понял? Не понял. Понял. Это другое дело. Постучи. Когда ты звонила, она была дома? Да. Сказала, можем приезжать. Дверь открыта. Ой. Лола, ты зайди. Ага, хорошо. Лола? Лола? Посмотри в комнатах. Лол? Лола? Что там? Милый. Что могло с ней случиться? Что случилось? Принеси воду. Хорошо, сейчас. Приди в себя. Что с тобой? Воду неси. Иду.
Лола. Лола, откройте глаза. Лола. 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 Хорошо. Да, записала. Конечно, скажу. Вы не волнуйтесь. В шестой палате находится тяжелый пациент. Да. Никого к ним не пускаете? Поняла. Вы привезли больного? Да, мы привезли. Если честно, ее состояние нестабильное. Хорошо, что ребенок не пострадал. Слава Богу. Подонок. Как он мог до того избить беременную женщину, негодяй? Хорошо, что мы вовремя пришли. Ей нужно несколько дней остаться в больнице. Потом заберете. Хорошо. Извините, а кем она вам является? Племянница. Ее муж уехал работать за границу. Поэтому кто-то напал на нее дома. Это животное, а не человек. Негодяй. Его поймали? Конечно. Он ответит перед законом. Правильно. Так ему и надо. Желаю ей быстрого выздоровления. Будьте здоровы. Спасибо. Брат, есть новости от Шахруха. Он не отвечает на звонок. Может, с ним что-нибудь случилось? Не говори ерунду. Я не должен был ему разрешать. Надо было рассказать его отцу. Что тебе нужно? Мне нужен брат Азиз. Стой здесь. Открой ворота.
Я пришел с вами поговорить откровенно. Извините, что побеспокоил вас. Если позволите, я хотел бы с вами поговорить. Ты иди, зайди в комнату. Иди в свою комнату, сказал. Иди в комнату. Я слушаю тебя. Я приехал сюда учиться. С вашей дочкой мы познакомились в университете. Подружились. Всего лишь друзья. У меня нет плохих намерений. Теперь вы скажите мне. Что вы от меня хотите? Я не знаком с тобой. Ты не местный. Мне не нравится то, что ты дружишь с моей дочкой. Ты будешь держаться подальше от нее. Азлем не ребенок. Она сама может принимать за себя решения. До этого я сказал Сердару. И вам скажу. Если Азлем хочет со мной дружить, никто не может помешать нашей дружбе. Кто ты такой, чтобы нагло приходить в мой дом и говорить такие вещи про мою дочь? Кем ты себя считаешь? Я сказал только правду. Тебе придется отказаться от этой правды. Ты меня понял? А если не откажусь? Земля, на которую ты приехал учиться, станет тебе могилой. Я не боюсь. Радуйся. Что дочка здесь. Иначе я бы сейчас же тебя прикончил. Сейчас же убирайся из моего дома. И больше, чтобы я тебя не видел, иностранец. Вы, может, и влиятельный человек. Но вы не правы. Сердар!
Ты до того сильно ударил, что шея до сих пор болит. Хотел, чтобы естественно вышло. Как ты? Нормально. Как прошел суд? Справился. Хорошо, что в тот день я был пьян. Я их убедил. Оштрафовали на крупную сумму. Говоришь так, как будто ты платил штраф. Они же и штраф оплатили, идиоты. Они оплачивают твои расходы. Ты отдаешь мне. А я отдал государству. Видишь, какие мы патриоты. Наш план приносит столько прибыли государству. Это не твой план, а мой. Разницы нет. Как ты, Лола? Спасибо, хорошо. Мы нашли этого подлеца. Но, к сожалению, он обошелся только штрафом. И это ему мало. Надо было его отправить за решетку. Что было бы, если бы он причинил тебе или ребенку вред? Что было бы? Не переживай. Все хорошо. Ладно. Я пойду. Поговорю с доктором. Нужное тебе лекарство доставлю. Ладно, пока. Пока. А если бы он тебя увидел? Не беспокойся. Я, если даже под землей змея шевелится, почую. Теперь иди. И не возвращайся. Я сама тебе позвоню. До свидания. Заходи. Это ты его позвала? Я не знала об этом. Зачем он пришел сюда, папа? Папа? Если бы ты не дала ему надежду, он бы не пришел.
Ни с кем не будешь видеться. С сегодняшнего дня ни телефона, ни интернета. Запомни меня хорошенько. Забудь про учебу. Из дома ни шагу не сделаешь. Если выйдешь хоть на шаг, сделаешь меня убийцей своего ребенка. О чем вы говорите, папа? Не противоречь мне. Если он сюда придет, попытается приблизиться к тебе, я его тоже убью. Вы не имеете права так делать. Закрой свой рот. Где ты ходишь? Мы переживали. Не мог позвонить? Брат, я выяснил, кто они такие. И ответил им по делам. Ты с ума сошел, что ли? Как ты умудрился пойти туда один? Послушай меня, Шахрух. Это не твоя страна. Будь осторожен. Мне нужно было молчать? Я не мог это так оставить. Ладно, главное, жив и здоров. Присаживайся. Теперь что будем делать? Откройте дверь. Откройте. Дорогой, мы должны привести Лолу сюда к нам. Чтобы она жила здесь. Тот подлец на суде сказал, что был пьян и не контролировал себя.
Он, оказывается, перепутал ее квартиру с квартирой своей девушки. Он отделался только штрафом. Судья оправдывался и просил прощения. Думаю, этому подлецу нужны были деньги. Лола тоже сказала, что муж у нее за границей. Он думал, что у нее много денег. Поэтому зашел к ней ради денег. Кто гарантирует, что завтра он тоже не повторит все это? Дорогой, она носит нашего ребенка. Она должна жить здесь, под нашей защитой. Это очень важно для здоровья ребенка. Ты права. Нам нужен ребенок. Главное для нас это. Но что мы скажем маме, соседям? Ты подумала об этом? Кем мы ее представим? Как ты сказал, вначале будем прятать. Мама же не каждый день к нам приходит. Даже если приходит, то не остается никогда. А соседям скажу, что у меня токсикоз. И меньше буду видеться с ними. Ладно. Завтра, когда поедем в больницу, привезем Лолу к нам. Спасибо тебе, милый. Тогда я сегодня же подготовлю ее комнату. Твоя рубашка готова. Позавтракай. Хорошо. Эх, Нигина. Пять месяцев спустя. Шеф, простите меня. Сейчас не время об этом говорить. Что было, то было. Надо думать, что будем делать дальше.